Ажиотаж криптовалюты в России продолжается. Российский военный и гражданский транспортный производитель УАЗ планируют принимать платежи в криптовалюте. Как цитирует CoinIdle, генеральный директор компании, основанной в Ульяновске, Россия, Владимир Швецов сказал, что сейчас они находятся на этапе серьезного изучения механизма работы с этой валютой, и к концу этой осени они обязательно начнут внедрение этого способа оплаты. В указанной криптовалютной монете также принимают оплату в российском совхозе «Лавка-лавка» в Москве.